так к слову понадобится, чтобы в РК кто-то тоже говорящий мог быть, потому что я поеду с участниками тоже на коне. Ты сейчас на ком воет? Напиши Войт в этом, в поиске Навария. Мы будем все в рейде сидеть в одном? Кто-то да, но вот те, кто помогают там, ну вы да, можете в рейде сидеть, вы присты. Все, плюсанулся. Там еще может паладины какие-то желающие будут помочь. Паладины, которые с аурой поедут, типа, чтобы посмотреть за игроками, чтобы никто хуйню не делал. Ой, ПМ посмотри, говорю. Ну, откинул. Так, так как я не в этом, не в гильдии, я тебе дам ассист, если что, кого-то с гильдии примешь. Я тоже не в гильдии. А, ясно. Трися, ты тут? Да. Че, куда ты метиты? Накидывают левитацию. Прямо у этих, у лифтов? В степях, да, у лифтов. Трися, есть пати на юнит? Да, есть. Трися, дал ассист, там еще дашь людям пати. Я просто сейчас в три окна захожу, там прессов, чтобы смануть вас. Степи, да? Есть у кого макрос на Маусовер? Как он так пишется, я не помню уже. Варка. А, все, спасибо. Не могу пригласить члена другой группы. Вы там те, кто будет прыгать, аккуратно прыгайте, можете улететь вообще в три жопы. С левитацией. На друида или на кого, блин, пати принимать? Не-не-не, помогаю. Так откуда начало будет? Конечно. Так, на подъемчике, короче. Я на подъемнике уже. Где находится лунная поляна? Мошка РК. Можешь перестраховаться, всех с паладинов на тенок выгнать. С ДКшек, с хантов тоже все на тенок других. Никого не опускалялки на маунтах.
А я не помню там, где качаются. В БМе, что ли? Сейчас, подожди, найду. Ну я в ММе, ее тут нету, она, по-моему, в БМе. Там что-то с тропами связано, называется. Да здесь я. Я же сказал, что здесь. Дай бог, поучаствовать хочу. Конечно. Идем. Имя посмотрю своего пета в демонологе. Или это кто там? Вольтик, блять. Я прочитал Войдик. Селитос, да, надо будет рвануть. У кого есть персы на олене, заходите за магу, примораживайте всех нахрен. С какой стороны? Да, тут. Шаман ко мне прибежал. Да не, это когда ливал тут остался. Все, можешь выходить.
Только накинь вот мне левитацию, во. Сейчас попробую, как оно будет. Вот он уже тренируется, блядь. Ты лучше по этой деревяшке не пробегай, а тут сразу беги отсюда. Ближе будет. Ой, на 60%-ных. А какие вообще условия этого ивента, я что-то вообще не знаю. Да. Ну да, звоните там, если можете. Всем привет. Привет. Что это за прист-кун какой-то? Уже. Мы можем не успеть так перебежать, тут же нету рядом полетчиков. Ты пока добегишь с ними, они уже в Тонарисе будут, блядь. Ну да. Восьмую пати не сыграл. Пятую, то есть. Так и чё ещё? А суть какая? Полетки, да, можно, нет? Грифоны можно использовать или нет? Ну, все.
Пойду покурю, пока вы там катаетесь. Тоже полдень. Плава скачена. Слышишь, надо было, короче, знаешь, где ехать? Надо было в морской лет еще делать. Там это повеселее было бы. Просто потому, что там оба с коня могут скинуть, когда срезаешь. Да что ты там всякие тоже казусы. Надо было с Огри стартовать. Было что-то ты косанул, блядь, там же срезать можно было. Штурман, ёпта. Дара замедлил меня. Бля, шаман обогнал, блядь, кинули слово на 5 секунд. Вообще жестко. Блюдки, а?
Пробуйте на коне анекдот рассказать. Очень маршрута. Сигай. Значит, стадо долбоёбов скачет по лесу. 20 человек. Убеждающие, блядь. Немножко. А уже пал догнал. ХП посмотри. Да, в ретрике. Ну и гонит. Быстрее. В ретрике, блядь, у меня все 50 тонн хп. 51. Нет. Погоди. Вот этого у меня не вкачано. Ну, кого-то догнали. Она не вкачана. Я могу вам скрин хоть сейчас сделать. Надо? Нет, он что-то остановился. По мере, спереди меня никого нет. Пало? Бывает. Что я тупанул? Пока тебе не будет.
неожиданные препятствия, да? Дорожка-то нарисована. Тут квест был, я качался, помню. Тут можно проехать всю гору поверху. Я вам подсказываю. Блять. Теперь главное не сдохнуть, а не вот спуск. В смысле, я этого хранителя раза два уже делать и все места знаю уже. Всем ебобо. Немножко. Войд последний, нахуй. Запомнили присты? Войду пирожка не кидает. Ты там из духа риснешься, наоборот, быстрее. Ты не перешел на офи уже типа на легион, ну прилетел, эти острова расколоты, типа надо квесты делать по порядку. Ну блять, первый квест взял, думаю, пойду блять покурю. Пришел уже четвертый квест, оказывается, эти неписи уже поубивали все нахуй, что там надо. Думаю, заебись тут качаться. Там Трал, Сильвана, Волжин бегает, короче, с кучей блять рубак этих всяких. Похилил бы кто. Так ты чашу прожми. Да. Так ты с конем чашу прожми. Я вообще думал, там сначала лунная поляна и до конца вот там, где собаку призываются на, ну, на лунной поляне, и все. Блин, Селитус. Я не помню, с Фероласа вроде Селитус нет прохода, там в Мулор есть проходы в пустоши, а вниз, по-моему, нет. Хватит. Смотри, я с Анариса буду прыгать, наверное, в кратер. Я могу встать и побежать. Своей шаманной скоростью. Ну, в кратер, когда с Тонариса прыгаешь со скалы, понял?
Нахрена вам второй раз? Я тоже за Айси сдохну, а толпы все встают и бегут. Так неинтересно. Тогда можно выжить. Не знаю, как мы так быстро вырвались вперед. Там ушел все. Да. Бежит, капитан, бежит на встречу. Пит-стоп такой. Спасибо. Мы быстрее сделаем. Блять, нам же еще тебя надо, придурка, дождаться. ТПшимся. Вчера времени. Ты подлагал немного. Надо было просто заранее в прибамбаске пойти камни сделать и все, блядь. Терье последний. Нам не прибамбаться надо, нам к кратеру надо хуярить. А, на угол? Да, да, там батарея тоже.
правее бери, там же можно спрыгнуть, по идее. Ну как ты пролез-то? Тут есть, можно прыгнуть, вон там где кости этого, блядь, динозавра. По квесту. Охренеть. Уже один на подходе. Где вот именно два приста, а не один? Он чутка левее берет. Там же легко, блять. Короче, Ваня вас всех объебет, походу. Ну, хотя Мирандос тоже будет знать. Так я так знаю, дел. Ачивка. Да. На ФК шел, ходил, что ли? Где смоляные големы? Нет, примерно по центру, сверху. Там видно тропа, присмотритесь, там выложены путь. Там видно, видно, там он вверх идет и влево, в селиту заводит. Да нет еще. Я подбегаю. Ну я пролетел походу уже. Я на входе. Да, да, да. Блять. Это мои слова. Я вообще в жопе какой-то. Да нахуй ты полетел в центр кратера, блядь. Ветром унесло. Сам ты все, я слету. Следующий ивент Войда с Луносвета, блядь, до пиратской бухты, что ли? Литус. Не. Ну, с Луной Поляной, Нордкол своим ходом.
Сейчас. Корабли не в счет. Да. Так, меня еще подлюка сбила. Ладно, давайте без меня, короче, камень 2 раза прожму. А, не, я натурал, я таким не занимаюсь. Спасибо. Я тут, да нет, ничего не нари. Забагался, может. Доллара не будет? Эти портал вон. Лепта Джайна есть. Давайте, тпшитесь. Уктугалы. Я слишком предвзятый. Хиджал. Даже в меня зайдут. Так а чё кикнули Вайда из гильдии? Ой, Вайда, тьфу, блять, Ягера. Что, никто не знает, типа? А если но персонаж не в гильдии, можно поучаствовать? И чё у вас тут? Чё, в чём участвовать будете? Бей парад. А ёб твою мать. Не-не-не. Если я не слышу, что-то доебал. Хайфон его.
Славик, а примешь моего еще одного персонажа в гильдию? Как ты будешь раздавать оценки на шмот? Чисто глянуть, ой, ну какой красивый, это тогда будет считаться твоим мнением. Войд, Войд, что там с ивентом твоим? Куда заходить? А где можно посмотреть все это? Давай я сейчас за локой зайду, гляну, как ты оценишь мой шмот за локой. Говно ты его хуй когда выбьешь. Заебешь это квесты делать. Я понимаю, да просто в пати ее возьми, да и все, ё-моё, нахрена ее в гильдию заводить-то обязательно? А куда? Кому плюсовать? Плюсуй просто мне или кому в гильдии плюсуй. Я в чате плюсую, Холокост. И давай. Я тоже в чате плюсую, ну а Мараджок? Плюс, плюс. Да, давай. Не-не-не. Чума есть трансмут. Давай. Давай пати, вот Джека, давай пати. Не дали никто. А вторым чаром можно заходить? Ладно. Последний пальцы не учет. Нет, вы в отдельный чат пишите для себя, смотрите, давай, все к стене идем, а тот, кого называют, выходит вперед и типа демонстрирует. Понял? Да вон, в восьмую группу свою. Давай максимум оценку 3 сделаем. Потому что на 10 это, ну, как бы, не знаю.
Сейчас, еще раз. Куда он бежал? Какую группу? Все. Все, можно идти, да? Хорошо. А хотя нет, я вместо Лока за другого чар зайду. Секунду. А где потом смотреть? Скажешь, как ты там, и я подпишусь на тебя. Все, я иду. Конечно. Я вот сейчас в чате присану. Вот, машина гоблинский. Там два плюса. О, где Пати? Вон, я здесь плюсанул сказать. Давайте, Пати. Какой там первый критерий? И баллы у него тоже кривые. Давай я следующий. Походу эльфийка победит. О, я тут. Я уже все, я встал. Вот, а ты записываешь, ты там подсчитываешь? Thank you.
Пошел нахуй. Ну реально, ебало как топор, короче. Не, ну не все, но в основном так. Патриша, у меня еще есть. Сейчас, подожди, я спину уберу. Может, оценку добавишь? Смотри, видишь? У меня сзади... Розовый ты, бля. Смотри. Ну, розовый пидор, сука. Нет, это просто лента. Добавим ему еще один балл. За плащ. Ты барашка сейчас засними, барашка там, видишь? Мар, всякий пристан. Да. Красивенькая. Реально, это ж не орк какой-нибудь, блять. Но трансмут этот не ред, он обычный. Оригинальность, редкость, Пока написал. Да, оригинальность, редкость, эпичность. А вы по 10-бальной шкале или 5-бальной? 3-бальной. Не, ну эпичность это что-то, какие-то, я не знаю, транспуты эпические воды. А это с Нового года вот шляпа, она с ПП падает. Баш, слышь, фейкаст, так нечестно, за два персонажа, может... А. Это, по-моему, это 9 шмот. Просто когда смотришь этот шмот, этот шлем, то кажется, что он какой-то, знаешь, 22-й. Шмот со льды.
Ты на меня смотрите крутей, сколько тебе только захочется. Слушайте, подождите. Тебя пинято убью, пару жвачек себе возьму. Стоп. Глухая оборона. Ты объясни, надо нажать да, типа нравится, нет, не нравится. Давай еще раз запускать. Сюда. Прикал сам себе нет нажал. Так можно себя взять даточку? Давай не считай вслух, а то неинтересно, знаешь? Они же троснуты вроде одинаковые. За двоих, да, голосов? Да проще было, если слышишь, вот, было проще, если бы каждый написал ник, кто ему понравился бы, кроме себя, и посчитать, и все его есть. Ну, при учете еще нашего голосования, да. Я думаю. У кого хилбот стоит?
Да, они поняли, что нужно всех постичь. Да фиг с ним. Елся Дивлас, да? Да, Шанан? Что? Так уже все закончилось, все проголосовали. Там, так начали. Есть еще и другие конкурсы. Еще что еще есть? А что за рулетка? Русская рулетка. Стреляешь ролл, стреляешь в голову Войду. Войд, давай, короче, говори места с третьего по первый. Да ну нахуй, я голосовал за него, сука. И 2 очка идет разница, бля. Ебать, Филипп, короче, давай. В звезде, блин, где могу быть? Не, ну там заебись трансмотка у него. Да ёбаный сет у него просто. Дайте мне припати, ёб твою мать. Я за шаму зашел. И... А, так у него еще и упаковка, поняли? И тут письмо. И чё, и всё, что ли? Данная бумага гласит о выдающемся достижении владельца. Вы
Выдающийся боец. Какие там 5 голды идет на ролл. Хотя Лизни взял, выиграл письмо. Вот, блядь. Хоть, бля. Читер, блядь. Данный сертификат дает право игроку единожды получить БОЕшку в Гереде любым персонажем, кроме Багрухи. Нихуя себе. Хуя себе ваучер. Ваучер. Смотри, видео. Ты нахуй, блин. Да это он читер, я тебе говорю. Дает право игроку единожды получить коня с лича на любого персонажа. Теперь есть, блядь. Сегодня будет. Ты это вроде какой-нибудь пуговском покажи. Войд, короче, сегодня Халка в гильни в рейде не берешь. Документ, блядь. Ну хоть не указ, блядь. Сертификат. Так он же не участвует. Стопэ. Он как будто инопланетянин этот звук. Слышно. Короче, данный документ дает игроку право единожды дать по тыкве Войду. Чё единожды? По тыкве Войду дать. Данная бумага утешает и поддерживает моральный дух игрока. Да будет у тебя
Роллы постой, да не, блядь, да не затупятся твои клинки. Пиздец, ты дал подарок победителю, утешает, да? Чай весь просто хлам же это. Хотя бы здесь по стеку. Слепой, блядь. Букет белых раз. Букет белых раз. Войд, Войд, спасибо тебе. А когда следующий будет? Там же два дня только этот день пирата. Да, его нафиг, посранник. О, давайте все стриптиз посмотрим. Все, спасибо. Ты что, музыку поставь? У меня с прошлого ивента бурбон остался, могу дать подпить. Да-да-да. На ящик поднимайся там. Вот-вот. И под музыку давай. Но это потом уже. Я выиграл. Я захожу на него, сейчас дам. Подпей перед этим. Просто так. Ты знаешь, чему свой стриптиза-то нет? А ты так просто раздеваешься. Так ты оденься наоборот, а потом снимай. Вот, крутишься и по одной так снимаешь.
А что за бота у тебя там? Черные ноги. И ты? Ты что, не помыл ноги? О. Да, тебе спасибо, нормально так.